Что касается его участия в Хинчештах, то это при этом всем, что он заявил, что он не будет в политике. Пока, да. Он будет независимым кандидатом. И если его в родном его селе попросят об этом, то, наверное, он по просьбам народным согласится. И это будет новый старт, как я уже сказал. Интересный курьез возникнет между им и Санду, которая тоже вроде как подумывает об этом. Ну, интересная схватка. Как говорят у нас последний год, запасаемся попкорном.